Приветствую всех. Так. Вот сижу в позициях. Так, пока решил сворачивать все эти, чтобы цифры не мелькали. Кстати, очень сильно помогает психологически вообще в торговле. Когда мы делаем вот так, нас не соблазняют цифры. И в итоге тогда мы досиживаем до своей цели. Так, теперь проберусь по валютным парам, куда я там зашел. Так. Здесь у меня сидим. Дали нафиг. Да. Тут сидим. Тут еще не знаю, но сколько досижу, я тут не досижу. Маша, досижу до куда-то. Ну, во всяком случае, пока я не вижу цифры, я, видите, ну почти уже достала, но все равно не достала. Что-то там падать начинает. Ну, короче, хрен с ним, пусть падает, если хочет падать. Главное сейчас отработка одной идеи, еще дополнительной. Пока об этой фишке рассказывать я еще не буду. Но я ее также применил в торговле. Так что. Тут вообще все отлично. Конечно, вначале там меня на прошлой неделе повыбивало, но тут я поспешил на H4 там входил. Думал долгосрочно выскочу, не выскочил. Ну, надеюсь, это видео уже будет окончательным. И счет, как и обещал, будет увеличен в 2 раза. Так что. Так, что у нас тут еще? Тут ничего, ничего. Тоже пока ничего. Так. Можно было и здесь продавать, но пока все у нас хорошо. В общем, ждем. Потом уже окончательно прокомментирую. Ну что ж, пришло время подвести итоги. Счет увеличен. Последние сделки. Так что как-то так. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. В следующих видео, может быть, не обещаю, но в каких-нибудь из следующих видео расскажу основную суть торговой системы. То есть она у меня, можно сказать, беспрерывная. Ну как сказать, как это объяснить? То есть, допустим, есть точка входа, к примеру, какое-то движение. И точка выхода уже является обратной точкой входа. То есть по такому она принципу нету фиксированных на самом деле точек выхода. Ну, ясное дело, что на этом счете я ничего такого не показывал, так как хотел по-быстрому наклепать тут сделок, чтобы было просто показательно. Ну а вообще, по сути, нужно в реале высиживать очень долго. Но так как для видео это будет чересчур долго, я этого не делал. Но саму суть как-нибудь я потом расскажу. Где входить, где выходить и сразу же перезаходить
эффективность данной системы будет, ну, только одного вот этого принципа будет где-то 80%, не считая всех тех фишек, которые я рассказывал в прошлых видео, то просто как бонус. Но об этом потом. Так что пока все, всем пока.